Помнить и сказать о том, что Беларусь – это последняя страна и в Европе, и на постсоветском пространстве, где сохранился этот вид наказания, где он на практике применяется. И мне кажется, что это в этом одном предложении очень заложен очень важный и глубокий смысл. Вообще, за время независимости, как уже звучало со слов модератора, за время независимости Республики Беларусь около 400 смертных приговоров было приведено в исполнение. Мы говорим всегда около, потому что вопрос смертной казни в нашей стране находится под серьезной завесой секретности. И это достаточно серьезная проблема, связанная с тем, что мы не можем говорить о конкретных цифрах, приведенных в исполнение смертных приговоров, так как государство данную информацию скрывает. В принципе, можно сказать о том, что очень часто, кстати, говорят о том, что Беларусь, она имеет такой консерватизм, я бы сказал, даже советский консерватизм, много что осталось от Советского Союза в нашей стране, и как раз-таки смертная казнь – это тот момент, который также остался от Советского Союза, и сама процедура приведения в исполнение смертных приговоров, сама процедура не помещение родственников, сама процедура, которая находится под этой завесой секретности, она также осталась еще с тех времен.